Всем привет! Все знают, что смарт-терминалы, или как их еще по-другому называют, умные кассы, это удобно. Планшет с необходимым программным обеспечением и онлайн-касса в одном небольшом устройстве занимают минимум места на прилавке. Не требуют кучи проводов, простые в освоении и использовании. А вот какой смарт-терминал выбрать? С вами канал Справочное бюро предпринимателя, сейчас подробнее расскажем. Итак, самый популярный смарт-терминал — это, конечно же, Эватор. В России их зарегистрировано более 700 тысяч. А еще у них есть магазин приложений с сотнями удобных программ и дополнений. Но все это удовольствие стоит денег. И абонентская плата за использование Эватора может быть довольно существенной. Ну, я не знаю, я не удивлен. Следующее по популярности в России решение — это умные кассы MSPOS, на которые бесплатно устанавливается программа 1С мобильная касса. Этих терминалов в России зарегистрировано более 100 тысяч. Стоят они примерно столько же, сколько и Эваторы, но имеют одно очень важное преимущество. При использовании MSPOS с установленной 1С мобильной кассой абонентской платы нет, совсем нет. Да ладно! Вообще никакой. Ни за обновление, ни за работу с маркированным товаром или алкоголем, ни за обмены с другими локальными программами 1С. И даже синхронизация с облачными программами 1С работает бесплатно. Если только в самой программе не тарифицируются рабочие места кассиров. Такая плата есть только в облачной 1С кассе, но стоит это совсем недорого – 200 рублей в месяц. Ну это нормально. Тройку лидеров умных касс в России занимает компания Atoll со своим семейством умных касс Sigma. Их тоже использует огромное число пользователей – более 70 тысяч. И совсем недавно компания Atoll объявила о начале продаж смарт-терминалов Atoll Sigma с предустановленной программой 1С мобильная касса. На момент начала продаж модели Sigma доступны с 7, 8 и 10-дюймовыми экранами. А чуть позже, надеемся, в продаже появится компактная 5-дюймовая версия со встроенным эквайрингом. Замечательно, поразительно, гениально. 1С касса на смарт-терминалах Sigma все так же бесплатно, как и всегда, как и везде. И по-прежнему не требует никакой абонентской платы. Правда, начиная со второго года использования, за обновление прошивки онлайн-кассы и операционной системы терминала Sigma, компания Atoll будет брать стандартную абонентскую плату. Но эта политика давно знакома и привычна тем, кто знаком с контрольно-кассовой техникой их производства. А вот сами терминалы у Atoll получились хорошими. Умные кассы Sigma отличает традиционный для компании Atoll уровень качества. Российская сборка, кстати. И качество сервисного обслуживания, а также внимание к мелочам. Надежная печатающая головка обеспечивает печать до 100 км чековой ленты на 7 и 8 дюймовых версиях терминалов. А это на секундочку около 1 миллиона чеков. Мы уверены, что вам этого хватит за глаза. На 10-дюймовой версии терминала реализована функция автоотреза чеков, что вообще огромная редкость для умных касс. Не забыли коллеги из Atoll и про торговое оборудование. Несколько полноценных USB-портов позволят подключить вам и весы, и сканер, и банковский терминал. В общем, все, что вам понадобится для торговли. А еще терминалы Sigma довольно симпатичные. И не случайно еще в 2018 году их 10-дюймовый терминал получил престижную премию Red Dot за промышленный дизайн. Ну а как известно, на красивом и элегантном устройстве даже работать приятнее. Мы с вами совершенно согласны. В общем, встречайте достойное и долгожданное пополнение в семействе устройств с программой 1С мобильная касса на борту. Подробности, цены и прочие условия уточняйте у партнеров компании Atoll, а также у партнеров фирмы 1С, которые занимаются автоматизацией торговли. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. И, конечно, пишите комментарии под видео. Мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!